Кроме Анапы, в первую десятку вошли еще 3 курорта Краснодарского края – Сочи, Геленджик и Ейск. И также 6 курортов Крыма – это Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия, Алупка и Севастополь. Причем для отдыха с детьми наибольшим спросом пользуются Анапа и Евпатория. По данным Twill.ru, российские туристы бронируют летний отдых в среднем на 12 ночей и платят за проживание 2200 рублей в сутки. Дешевле всего удастся отдохнуть в Анапе и Феодосии, а дороже всего в Сочи и Севастополе.